представляю, что так Тесла работала. Это ж капец. Заметьте, это машина для дрифта, а у нас Тесла делает приблизительно такое, только без звука. Машина, конечно, тут, знаете, чем отличается от Теслы? Всем. Полностью всем. Даже тем, что только одна сидушка. Итак, выставляем на старт. Ну да. Видимо, без шлема там страшно ездить в этой машине. Это еще одно отличие от Теслы. Нормально можно спокойненько расположиться, включить кондиционерчик, а там, походу, кондиционеры, так когда окна открыты. Так, ну что? Пилоты готовы? Внимание на светофор! Охренеть! Вот оно! Вот что значит! Тихо, спокойно и всех делаем!